Уважаемые коллеги, мы с вами находимся на 9-м международном медицинском форуме. Приглашаю зайти вовнутрь и посмотреть, что происходит. Мы находимся на стенде медицинского портала Украины «Здоров.Инфо». Его знают очень многие пациенты и коллеги-врачи. Это интереснейшие коммуникационные технологии, которые позволяют коммуницировать и врачу, и пациенту. На сегодняшний день мы открываем новую страницу в IT-меди. Это информационные технологии в медицине. Сейчас мы перейдем на новый стенд, который презентует компания. Итак, информационные технологии в медицине не стоят на месте. Они развиваются и очень бурно. Врачи идут в ногу со временем. Что же нового предлагает новый медицинский международный портал IT-мед? Итак, медицинский портал IT-мед предлагает новейшие технологии создания сайтов. На сегодняшний день сайт создать индивидуальный очень дорого. Но для вхождения в интернет врачу или клинике не нужно много денег, если это будет сделано на основе конструктора сайтов IT-мед. Следующий инструмент, который предлагает портал, это написание статей и их размещение. Публикации дают очень хороший эффект и говорят нашим пациентам о том, что делает клиника или врач. Также врач и клиника будут получать заявки от пациентов на консультирование и лечение. Затем продвижение в Гугле. На сегодняшний день очень актуальная тема – контекстная реклама. Также видеосъемка. Без видео невозможно сделать ничего в интернете. Сегодня это тренд. Затем врач и клиника смогут покупать медицинскую технику для себя и оснащать свои клиники и кабинеты. Эти все инструменты являются уникальными. Почему? Потому что они собраны в одном месте, в одном пространстве. Врач, клиника получают единый кабинет общения с пациентом, единый кабинет размещения статей, единый кабинет создания и изменения сайтов. Они получают единый кабинет для того, чтобы там работать и жить. Пациенты также смогут оформить свои кабинеты на этом же портале и иметь коммуникации с врачами и клиниками. Что ж, хорошего общения! Будьте здоровы!